Она прибилась к нам. Мы с ребятишками гуляли, там Ванька приезжал в гости. Ну и она что-то следом за нами. И прям до дому. Мы думали, уйдет, она ни в какую. Не уходит, сидит и все будет. Мы ее и забрали. Ну, видно, что она такая не очень ухоженная. Бросили, наверное, ее. Она была беременная, мне вот сказала. Наталья говорит, родила этих, но она говорит, их передавила. Ну, сейчас она вот перед Новым годом, она гулялась. Поэтому я говорю, быстрее, что стерилизовать. Она говорит, нету денег. Потерпи. Я выставила объявление, пес у меня появился. Да. Потерпи, моя хорошая. Ну там видно разрастание. Прям вот потерпи, я вот это сука, видишь, вот это розовое. Потерпи. Да. И он как предположил, опухоль. Да, и он, походу, у него даже глазик этого слезится. Именно этот больше глаз, я уже ему сказала. Да. Это я вытерла. Вот видишь, я вытирала вот это. Ну что на ты-то? Вот. И это, я выставила объявление, и у меня во дворе появился пес. Позвонила женщина, мы, короче, ну что. Там есть места. Клетки. У нас все большие клетки заняты. Ну, маленькие они совсем. Давай, нельзя. Не снимай. Вот у нас новая собачка Майя. Сегодня ей сделают компьютерную томограмму. У нее очень большая проблема с ушком. Там наросты. И предположительно там опухоль. Сказал, что да. Стоимость вот такая будет. Плюс обследование, потому что собачка старенькая. Необходимо сделать УЗИ сердца, ну и взять анализы, общий анализ крови, биохимии и так далее. Майк, иди сюда, покажи ухо свое, Майк. Привет. Вот ушком повернулась. Угу. Тут нас поставили дренаж. Так как там скапливался гной. Сейчас все это промывается. Повода отделяемого там такого сильного нет. Если начинаю серьезно отделяемого, это не страшно. Это все лечится сейчас антибиотиками, обработками. Дайте, побольно ушко девочки, да. Потеребили, скажу. То есть у нее там внутри ничего нет. Теперь ничего. Вот она. Майка. Вот она, девочка хорошая. После операции. Манечка, да? Теперь ушко болеть не будет у тебя? Не сюда. Вот сюда смотри. Майя.